С 1 сентября во всех центрах первичной медико-санитарной помощи стартует акция «Свободный выбор врача», приобщиться к которой смогут все жители города. Они проводятся 4-й год подряд. Их цель – приучить людей обращаться к своему семейному врачу, налаживать с ним отношения для получения качественного лечения на первичном уровне. Кроме того, это способствует профилактике заболеваний. Так, с 1 сентября по 1 октября жители города имеют возможность прийти в центры первичной медико-санитарной помощи по месту жительства и выбрать или изменить семейного врача, который будет в дальнейшем проводить медицинское обследование. Поменять врача можно и в течение года. Основанием для этого могут быть изменения места проживания человека, штатных должностей в лечебном учреждении или возникновение конфликтной ситуации. Стоит отметить, что для амбулаторного медицинского обслуживания необходимо выбрать только одно учреждение. Это может быть амбулатория общей практики семейной медицины или поликлиника ведомственного лечебного учреждения.